Здорово всем, а то подумайте, что вообще происходит. Просто настроение появилось поиграть. Короче, блин, вообще сейчас. Смотрите, по 10 очков добавляется. Короче, продолжаем проходить. Time to play the game. Тут осталось всего-то две миссии. ХП прокачать. Может, скорость? Давайте по приколу прокачаем скорость один раз. Ну, ХП, плюбасу надо. Купил я вот магнумный пулемет и прокачал сразу же. Купил себе аптечечку, видите. Дрон. Кстати, много денег осталось, чтобы такого купить. Патроны к этой херне можно. Тут вообще патронов нету. Хотя, лучше патроны сюда. А, тут они целые, наверное. Да, они целые. Ну и, в принципе, тут реально купим дрон. Давайте по приколу это купим. Это... Давайте тоже возьмем. Какая моделька смешная стала. Миссия 9. Источник. Добро пожаловать на территорию исследовательского центра. Именно здесь началось распространение смертельного вируса. Resident Evil Biohazard. Найдите и уничтожьте все капсулы с инфекцией и зачистите территорию от зараженных. Совет. Для уничтожения капсулы используйте взрывчатку, которую можно найти в складских помещениях. Ну, как всегда. Сейчас, ребята, погоним. Жму продолжить. Клац. Ух ты. Это из-за того, что я купил ночное видение, или оно такое само по себе ощущение? Тут интересно. 4400 патронов. О, блин. Звуки смешные, правда? Ту-ду-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тут этих тёлочек много на уровне будет, насколько я помню. Так, как патроны расходятся? Блин, быстро расходятся. Давайте пока с пулеметчиком. Блин, вот когда ночью играешь, звук на минимум, я уже очень громко. А тут, блин, звук по стилю Максей вообще отличный. Я могу говорить громче. Так, девяточка. Ой, как неудобно тянуться. Я включил? Да. Я открыл дверь, получается. Так, не вижу ничего. Ого. Погнали! Как в Крайфире вот эти сороки, блин. Если вы, конечно, знаете, что за игра такая Крайфир. И смотрели прохождение Джесуса. Да вы знаете, кто такие сороки из Крайфира. Как и... Блин, как их называют официально-то, я не помню. Вот, блин. Ну, он, короче, в конце суицидится и протыкает себе руками глаза. И звуки похожие издает. Смотрите, сколько у нас ХП. Это, конечно, я супер подобрал, но все равно очень много. И смотрите, как они отлетают с плазменного пулемета. Вообще отлично. Я надеюсь, мне хватит денег, чтобы прокачать его еще больше. Но пока неплохо идем. Конечно, четко начало уровня, блин, но... Так. Иди нафиг. Кстати, заметьте, я вот на харде играю, вроде всех убиваю. Стараюсь аккуратненько все подбирать. А этого... Опыта все равно мне не хватит, чтобы все прокачать прям. Блин, капец, настырные. Звуки спаунов. Я себе, кстати, купил в стиме. Играю лишь что в лицуху, я не помню, говорил это, нет. Вот. Alien Shooter у меня лицуха лишь что. Так это. Купил себе смайлик, стикер в стиме на торговой площадке за 3 цента. Там, где спаун. Вот это жаба из первого Alien Shooter, сам первый монстр. Классный. Но это, блин, вот эти все смайлики нормальные, они из Alien Shooter Revisited и из Alien Shooter TD, блин. Я не знаю, куда я куплю их. Они достаточно дорогие. А там какая-то вообще из части $8. Или это Zombie Shooter 2 стоит много. Кстати, Zombie Shooter 2, блин, не знаю. Надеюсь, когда-нибудь пройду, но не сейчас. Хотя, учитывая цену, может, я скачаю просто с торрента и пройду. Ну, кстати, да.
Я скачаю, запущу, посмотрю, что за карт. И, может быть, пройдем, ребята, с вами вторую часть зомби-шутера, чтобы не бросать серию, так сказать, на середине. Что подобрал? Плазму. Ой, тут все взрывается. Капец, крутяк, давно не играл. Уже хочется допройти, потом самому пройти. Поиграть потом в этот. Как его? В один шутер. Уже в четвертый раз перепройти или в пятый. Ну, который в стиме. Так-то я проходил один примерно раз точно. Правда, с щитами. Потому что не мог я дойти до последнего уровня. Честно, и пройти его сам. Ну, потом смог. Вот сейчас, когда играл. В этом году уже. Врагов у нас тут немало. Но какие-то мерчики эти красные бесят. Новые мобы забавно, что появились, но... Они, по сути, это... Юзлис. Типа... Ноль опасности. МБ это типа местные работники, поэтому их рвали. Блин, я не знаю, куда мне надо идти точно. Супер ХП, ну давайте возьмем, это пропадет. Так, отстань, колоссальный титан. На этой неделе атаки титанов не будет в серии. Ну, учитывая, что там вообще творится, и то, что не до конца экранизируют. Пофиг. Блин, патроны кончаются, и по мне начали попадать сильно. А, вот тут какой... Пачан вылез, черный. Блин, а я тут не был, что ли? Да ё-моё, куда я пошел? А-а-а, валим отсюда, сейчас все хп провалим. Офигеть. Так, сюда можно пройти? Да-да-да-да, ну. И застрял сюда. Ай. Так, о. Это мне нравится, это мне нравится. Много патронов к разному оружию. С одной стороны, это прикольно, с другой стороны. Ну, блин, у меня они есть. К дробовику. Лёль. Сейчас бы с дробовиком на девятой миссии кататься. Чем мы тут в машине едем? Блин, мощные сучки. Все. Так, эти, да. Направо пойти, налево. Блин, где-то наверняка взрывчатки. А, у меня взрывчатки дофига. Кажется, я понял, что не добилось. Сейчас мы будем это пытаться с вами провернуть. Блин, фигетик тут. Они спамятся, это фошу. Блин, а как я 400 хп набрал? Два черных или это такое ощущение? Походу, нет, это два черных, блин. Я не достаю до них, посмотрите, прикол, да? А мне вот не прикольно. И патроны кончаются. Блин, и сюда еще. Офигеть, сколько тут этих... черных мобов. О, так, минус один. Давай, блин, отъезжай. Fuck you. Yeah. America. Fuck you. Ну, этих мобов нам пофиг. Капец, налево пройти можно, направо, вперед, там везде куча ходов. О, куда идти надо? Так, полегче, блин, но не со всех сторон. А, вот, давайте, тут мы взорвем бамбу. Бамба. Блин, что не видно. Вот тут, конечно же, мы это сделаем. Так, давай. Так, ну тут они... Теперь не должны спавнить, по идее. Или в меньшем количестве появляться. Где тут еще наверняка есть? Куда тут, блин? Давайте рискнем, сольем хп. Че тут просто мобы? Серьезно, тут не надо ничего взрывать. Блин, тут вниз можно пройти. О, смотри, солдатики лежат. Мне показалось, что динамит подобрал. Окей. Что это дает? Я не знаю, по идее это свет должно было включить. Хотя, может, это включил уже. Свет, я не знаю. Где я? А вот. Джие. Не застряли бы опять. Тоже два раза застревал, капец. Давай. Так, хп подберется. Кто тут? Угу. Нет, что?
А, нет, свет, кстати, выключен. Офигеть, у меня хп. И чё я сюда шел просто, чтобы зачистить? Хотя-то вроде надо сюда всех мочить. Ага, ага, я понятно, я понял. Точно, я забылся, как тут все устроено. Охренеть их тут. Давайте превьюшечку на всякий случай. Хотя оно было в начале серии поставить. Скриншотик. Ну, что, ладно. Очень страшно. Интересно, долгая миссия будет или нет. В Валеншутере 9-я миссия была, ну, такая, средненькая по длительности. 10-я была подольше. Хотя я с 8-й, наверное, путаю. Да блин, сколько вас тут. Короче, сейчас этих зачистим. Пойдем в левую сторону. Там все зачистим, вернемся, опять появится, и потом по прямой пойдем. Да блин, хп вообще мало осталось. Блин, реально очень мало хп осталось. А, нет, нет, живи, живи. Конечно, есть аптечка еще и жизни, но отдыхать не хочется. Да блин. Ой, май гад. О, я попадаю, если их на них навестись прям. О, нормально, слушайте. Живу так. Ой. Хорошо, надо просто на них наводиться и все. Отлично. Хотя, я думаю, если бы я точность прокачал, было бы еще легче. Блин, патронов вообще нету, слушайте. А, нет, 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 вижу, вижу, вижу. Что делаешь? Давайте сюда спустимся, там где-то были штуки, ящички, по-моему. О, вот, да-да-да. Огнемет, которого у меня нету даже. Найс. Сколько мне хп восстановить? Соточку, чуть больше. 108 хп, нормально. Нормально, нормально. Нормально, нормально, нормально. Да блин, сколько вы дамажитесь-то? О, хп. Блин, патроны заканчиваются, это плохо очень. Да ёкарный. Хранитель хп снимается. Скотина. Меня что, кто-то достает? Все, будем стрелять этим. Да, найс, патроны кончились. Силу надо прокачать будет, все-таки это не хватает потом. Там патроны, я не успею его взять. Ну, я могу пойти, но я сдохну там стопудово тогда. Ладно, у меня тут нормально. Не, давайте рискнем. Давай, заодно хп. Ага, 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 этих выманим. Хорошо. Давайте, выходите. Ну чё они такие тупые, блин? Застревают во всем, просто не хотят выходить. О, супер хп. Ладно, давайте. Давай. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не. И тут они вышли, конечно же, да. Ракетчики эти, блин, гитометчики, метатели, дерьма. Ух, ой-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 ой. Я туда могу прийти как-то? Что вообще спереди? Давайте посмотрим. А, сейчас. Мне надо взорвать, походу, там слева или что-то открыть, чтобы попасть. Сколько у нас патронов? 900. А попадаться как мало. Ну, что, я тут не выйду? А нет, выйду. Ну, по идее, там слева я должен что-то включить. По идее, как? Ну, блин,
А, вот. Ага. Один. И второй взять сейчас. Да блин, скотина. Фу. А, это сучка так плюется этим дерьмом. Понятно. Ну все, по идее их тут почти не осталось. Там основная масса будет. Либо уже была. Будет, когда пройдем обратно. Как всегда. Из ниоткуда выйдет, либо из той дверки. А может, конец миссии будет, кто знает. Я за то, чтобы конец миссии был. А там уже ласт. Пусть будет мега мочево. Там какой-то в конце. О! Этот. Огнемет. Отлично, это хорошо. Блин, этот и выжил. О, и включился свет. Интересно, работает, конечно. Так, супер ХП взяли. Патронов у нас более-менее нормально. 2 миллиона очков. Так, так, так. Ну, давайте, выходите, орды. Да. Ну, это фигня сейчас. О, красный повыходит, да. Повыходят всякие прочие. Блин, надо точность прокачать по-хорошему. Точность и силу. А ХП относительно нормально. На последнем уровне я не думаю, что мне сильно это поможет. А вот точность и сила мне поможет. Если еще можно убрать скорость, я бы ее убрал. Ну, чтобы дополнительное очко было. Дополнительное очко. Да-да, не удивлен. Какие-то три зомбаря забыл лучших сбоку. Ну что, это конец миссии, не конец. Ого. О, я думаю, конец. Да. Фух. Все, блин, там можно что-то взять. Так, дайте посмотреть, сколько это времени заняло у меня. Ну что, о, нормально, все. Мы про... Стоп, подождите. Тут два, а тут три, что могу так много прокачать. Ага. Ага, я мог одно... Ладно, ну точность это реально нужная. Силу я хотел. Больше количества припас. Это мне поможет. Не точность, блин, точность. 120 тысяч не хватает денег. Это что, огнемет? Я что, не подобрал? Или что это там было? Глаз подобрал. Блин, не могу улучшить, обидно. Ну, тогда это надо будет улучшить. И может купить огнемет. Так, ладно, давайте это купим точно. Жизни по максам давайте, на всякий случай. Улучшаем. А, патроны, блин, я дурак. А, не, нормально, хватит. Ага. Ага. Ну и чё у нас денег? Ну давайте купим огнемет, не знаю. Есть тут заодно просто, чтобы было. Тут у нас фул, 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 не фул, фул, фул. И чё у нас? Это можно, блин, это уже не хватает улучшить, тоже не хватает. Ну не знаю, вот давайте так. Последний бой. Поздравляем, источник инфекции успешно уничтожен. В смысле? Источник инфекции. Но нельзя допустить дальнейшее распространение вируса. Смотрите оставшуюся часть сельского комплекса и ликвидируйте всех зараженных. Согласно плану, в данном, данном секторе базе находится мощная энергетическая установка. Активируйте Е для выполнения этого задания. Фух, ну что, погнали на последнюю миссию, на последний бой. Ой, как тихо, страшно, да? Страшно. Услышите это. О, собака. Что-то все вообще эти будут. Офигеть. Все типы мобов, собаки, крысы, кто там еще были. Мне хочется сказать лошади почему-то. Ладно, давайте пока это непростые. Ну, не, давайте вот этим. Да, блин, я не могу, неудобно. Ого, вау, это я прокачал таки, оно так стало. Ну, походу, да. Так, сюда не пройти. Ой, я сквозь это прохожу, смотрите, это текстурка сделана. Вот это вот напорная штучка. Тут я ничего не могу. Сюда я могу пройти.
Ага. Вот так я могу сделать. Мне такое чувство, что я даже быстрее стал. Хотя я определенно этого не качал. Ну чё, музыка, давай, где ты? Нету музыки. Страшно. Самый страшный звук — отсутствие звуков. Блин, давай иди к черту. Ну это обычные мобы, вообще на изи выносится. Пока что это обычные мобы. Остатки зараженных. Какие звуки? Ууу, мистика. Что же тут будет? Я примерно помню. Хотя я не уверен, не буду вам спойлерить. Потому что мне было бы неприятно, если бы меня спойлерили. Да и тут понты осталось, сейчас сами узнаем все. Я себе память освежу, и вы узнаете. Так, это у меня была аптечка еще одна. Пошла музыка. Так, у меня это... Босс. Ого. Мне показалось, как будто я ей это оружие прокачал, но точно нет. Так, ну и где босс? Я вспомнил! Где вот только этот босс? А, вот он, видите? Короче, его нельзя замочить, то ли у него ХП очень медленно просто отнимается, помалу. Надо вот этой штучки активировать и его туда пригнать. Блин, на харде я представляю, сколько это займет времени. Надо заманить его туда еще ж, блин. Ой, черт, это будет тяжело. Иди к черту. Где этот босс? Сейчас мы его заманим, ребята. Ой, звук страшный. Да пошли его к черту. Где босс? Босс, where are you? Come on, come on. Yeah. Офигеть, ХП сносит. Так, давай иди сюда. Сейчас нужно заманить его, чтобы он сюда зашел. Камон, босс, давай, давай, иди сюда. Ну, иди сюда, козел. Давай, давай, давай. О, да, 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 вот сюда. Вот. Ну, блин, иди сюда. Ага, ага. Ага, ага. А, вот, царь, включили, опа. Ну, ему вот так урон наносит, но, возможно, если я так буду хреначить, у него еще больше урона нанесется. Все. Я застрял, я застрял. Так, останься там, пожалуйста. Останься там, окей? Много раз придется нам это делать. Я опять застрял в пустоте. Блин, как ты сюда попал? Гад! Противный, мудак. Жесть. Что? Найс. Ребята, у меня игра вылетела. Крутяк, сейчас, короче. Вот я немножко по-другому тут уже прокачался, короче, ХП прокачал до максимума и этот скорость. Вот, короче, видите, все. Нажму продолжить, давайте. Ох, обидно, капец, конечно. Не покупал дополнительное оружие, толку то. Давайте сейчас по фастам зачистим это все и погоним на босса. То, что игра вылетела, это, конечно, да. Неудача меня преследует. То, блин, застряну на ровном месте, то игра вылетит, как сейчас, то еще что-то. Не знаю, зачем я поднимаю пикап, у нас, в принципе, все достаточно. Если бы это были патроны на магму с пулемета, тогда да, еще, а так. Ну, ХП еще, да, стоит поднять. Ну что, все, погнали на босса сразу же. Давайте включать. Да блин, не застревай ты, господи. Интересно, других уровней сложности наверняка ему меньше понадобится урона нанести, я так думаю. Так, это мы включили. Ага, так. Это опасно, давайте уберем. Давайте-ка. Ага, они даже сюда пошли, блин, скоты. А, вот босс. Блин, босс, иди тоже сюда. Давай-ка, не стесняйся.
мудила. 500 хп, блин, много, хорошо. Ну, блин, иди сюда, заходи, дурак. Ой-ой-ой, как меня бесит. Иди сюда, мудак. Давай, иди сюда, скотина. Иди сюда, я сказал. Все, давай, давай, иди. О, давай, давай, давай. О, да, 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 молодец, молодец. Да, 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 вот сюда, давай, давай. Опа. Ну, по идее, я его не дамажу, я думаю. Блин, у меня нос чешется, капец. Так, с одной рукой поиграю. Ой, высморк это быстрее. О, застрял. Так, давайте его так размотим, чтобы он развернулся, а пока он будет разворачиваться, мы включим другую. Опять я ни в чем застрял. Ой, май гад, fucking shit, holy fucking motherfucking bitch. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще вы отсюда, ну классно, вообще отлично. Это я понимаю, хардкор, блин. Я ненавижу, когда надо кого-то победить определенным условием, по-другому никак. Да классно. Как круто, я сейчас сдохну. Ну все, я сдох. Репачок. Окей, 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 бежим. Я жизни не купил, я дурак. Господи, мой. Аптечку взять. Блин, вот что босс тут делает? А вы как сюда попали, мудаки? Что, надо как-то его сюда выманить, блин. Не знаю как. Давай, иди сюда, мудил. Где ты там? Иди, давай, 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 давай. Ну давай, иди, иди. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Да-да-да-да-да-да. Блин, не очень хорошо. А не, ну дамаг наносится нормально. ХП вообще нету, блин. Жизни я не купил, это зря. Это может мне обернуться очень плохими последствиями. Так, где он? Где босс? Блин, он тут. Какого черта? Какого черта, блин? Ну все, я сдох. Сдох. Я застрял еще, класс. Еще застрял. Так, ладно, окей, может не сдох. Отлично, это мне пригодится. Иди давай быстрее, быстрее, быстрее. Где хп-ки взять? Аптечка, еще один щит, давайте. Все уберем, все пригодится. Супер аптечка, отлично. Вот, тут хорошо, все. Тут и стой, 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 тут и стой. А вы откуда вышли? И класс, я его не задел, найс. Супер. Вот это хардкор, блин. Я понимаю, да. Стой там, мудила. Вот стой там, я сказал. Он сюда может выйти? Наверное, нет. Ага, что я сейчас смогу выйти. Паунс в окно сделать. Я в ловушке. Сейчас меня с другой стороны окружают, пока я тут мучаюсь. Скриньте. ХП нету от слова совсем. Что ты, мудак? Что? Уровень персонажа повышен. Да нафиг мне это повышение, мне дать хилку. Хилка, хилка, хилка. Быстрее, быстрее. Отлично, отлично. Ну дайте какой-нибудь щит, блин. Или супер хп. Я не успею взять, я сдохну быстрее. А нет, успел, отлично. Но все равно сейчас сдохну. Я вижу хп, я вижу хп. Отлично, 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 отлично. Да блять, сколько вас там, ненавижу. Ой, май гад. Ну и... Я по боссу хоть попал, да. Найс. Я ничего не вижу, абсолютно ничего не вижу.
ХП какой-нибудь дайте. Блин, ничего. Ой, все. Ой, все. Что? А, аптечка сработала. Блин, это плохо. Немало этого. Ты еще как-то сюда зашел. Ну да. Ой-ой-ой. Это хардкор. Еще и босс этот. Блин, придумали? Это я понимаю, тяжело. А, я еще и тут не включил класс. Красавчик. Вы тут какого-то хрена забыли еще. Аж хоть патроны есть. Но жизни уже почти не осталось. Это очень-очень плохо. Блин, сколько вас там? Давайте вернемся, там были всякие припасы, которые я не брал. Ага. А, вот сюда. Я знаю, это займет время, но... Где я, блин? Ой. Стойте. Как туда попасть? Как я туда вышел, зашел? В чем я застреваю постоянно, я не понимаю, блин. Ага. Супер ХП, отлично. А, у меня столько было. Найс. Найс. У него даже не пол ХП. Это минимум мне, не знаю, раза три его поджарить, то и больше. Сколько вас тут скотинов, мудаков. Какие же вы мерзкие мудилы. Давайте включим, попробуем зарашить, хотя это не особо поможет, думаю. Теперь мне надо его выманить как-то туда. Ну вот и они отсюда пришли, вот откуда это, блин, это пиздец просто, несложность. Вот мне надо выманить его туда, как-то обойти по той стороне еще. Угу. Да, конечно. Да. Давай. Да блин, сдохните нахрен, скотины. Хорошо, мне надо как-то его заманить на туда, в ту сторону его. Ага, а теперь бежать обратно. Только не иди за... Козёл, мудак, придурок, мудила. Иди сюда. Давай, иди. Сдохни нахрен, сука, сдохни, блядь. Ой, минимум еще раза два. Я застрял. Найс. Давайте, где вы там удил? О, мобы может закончить, слушайте. Было бы отлично. Ага, но с этой стороны явно не думаю скончаться. Так. Точности не хватает, конечно, и урона оружия. Да, уж знал бы, что мне не хватит на последнее улучшение магма пулемета, я бы, конечно, по-другому несколько качался. Ну ладно, на будущее буду знать. Так, давайте, пока он медленный, типа. Нет, давай. Да иди нахрен, ты что тут забыл, мудак? Так, по ХП пока все хорошо. Правда, это ненадолго. Блин, да иди ты отсюда. Уйди нахрен, сука. Так, ну возможно последний раз надо будет врубить и все. Я надеюсь на это. Чтобы он не бежал, надо еще вот оббегать по тупорылой стороне. По херовой траектории, невыгодной, неудобной. Ладно. ХП, блин, мало. Сейчас пару таких попаданий, мне жопа. Ну вот уже 200 ХП, блин. Все, давай. О, отлично. Сейчас его обойдем. Давай. Иди сюда. Так, вы нахрен отсюда. Ага. Да идите уже. Так, это мы берем. Там берем. Не знаю, с чем я его стреляю. То, что ему урон не наносится. Все, сдохни.
Ну, смотрите, босс выживет, походу. Найс. Сколько тут раз? 6 надо, блин, 10, 100 миллионов сексилиардов раз активировать это. А хп-то нет уже. От слова совсем. Ну все, найс. О, убегаем. Попытаюсь сейчас восстановить хп. Блин. Как же их дохера тут. ХП медленно восстанавливается. Хотя на максимум прокачано. Попрошу заметить. Патронов хоть хватает. Хорошо. Это меня радует. О, вот это миссия. Вот это last boss. Да, не то что в один-шутере. В один-шутере намного проще все было. Так, наверное, рано я вышел. Немножко. Тут я активировал, нет? Активировал. А там? Так, мне страшно сюда идти, но... А, подождите, тут же есть заначки еще, оказывается. О, отлично, это мне поможет немножечко. Блин, босс вышел, мне теперь его загонять обратно. Я сейчас сдохну еще, найс. Так, ну хотя бы я активировал это. Блин, выжить тут бы... Ну как? Как это сделать? Ага, да-да-да, все давайте сюда навалитесь, блин, скоты. Ага, да-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 да, сколько вас тут, блин. Сыны дерьма. Скотины. Как я не... Найс, все по новой. Круто. Супер. Хоккей это активировал. Чуть-чуть рядышком прошелся, все, сразу активирую. Сейчас патроны кончатся, блин. Где там босс? Да. А, босс тут. Угу. Ну как мне куда идти, даже не знаю, получше. Тут времени на размышления-то нету. Когда они со всех сторон подступают, суки, скотины, мудаки. ХП 0, не, все, убегаем. Надо затрестить. Заначка, может, какая-нибудь осталась тут? Нет, ничего нет. Ой. Еще и босс сюда пришел. Хотя, в принципе, это мне на руку, наверное. Если я не сдохну, конечно, сейчас. Живи. Живи. Отлично. Все, если я сейчас не сдохну, я активирую, мне это на руку будет. Ага. Найс. Как вас тут много, блин, мудаки. Откуда вот тут все? ХП дайте взять. Ну, дайте хоть активирую, отлично. Хоть что-то. Даже если сдохну, мы потом надо будет сюда возвращаться хотя бы. Я ничего не вижу. Вслепую воюю. Так, где босс наш? Ненавистный. Босс, ураю. Блин, застрял. Ага, вот он. Хорошо. Чё, аптечка юзанулась или чё? Чё за просвет такой был быстрый? Ну давай, босс, иди сюда, мудила. Давай, вот я тебе путь проделаю. Давай, иди сюда, скотина. Ты как сюда попал? И вы нахрен отсюда. Босс, давай. О, давай. Все, сдохну. Активир. Все, босс сдох. Теперь этих надо замочить, я так понимаю, оставшихся, да? Все, нет, даже не надо. О, его успешно закончили. Ой, ребята, это был хардкор. Сколько раз сдох? Раза два, три. Только за последнюю миссию. Забавно, что мобы идут. В конце прикольно. Типа, о, собачка пробежала вместо титров. Ну вот такая, ребята, была игра. Зомби-шутер от Sigma Team. Мы с вами ее успешно прошли. Несмотря на все невзгоды. Последний босс это пиздец был. Следующим будем проходить Alien Shooter. Потом дополнение к нему, Fight for Life.
И я думаю, куплю к тому моменту уже The Experiment. Третье, последнее дополнение к оригинальному Alien Shooter. Спасибо, что смотрели меня. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч в следующих прохождениях.